Итак, внимание, вопрос. Готовы ли вы к войне? Варианты ответа. А. Да. Б. Нет. В. Пишу потом. Г. Пойду поем. И помните, у вас осталась еще одна подсказка. Письмо другу. Я выбираю письмо другу. А в какой префектуре живет ваш друг? В префектуре Генджа. В таком случае письмо будет идти ровно месяц. В таком случае я пойду поем. Сейчас на сцену должен был выйти Чак Норрис, но так как никто из смертных не посмотрит его косплеить, выйдет просто Валера. Тем временем, где там пустыня? Полностью показывающую цель.
покажу хотя бы маленькую часть со мной.